ж, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, конечно же, так как я и обещал, вышла новая версия Пиксельмона, и я сразу же скачал, как только смог, и мы сегодня будем продолжать. Как вы заметили, я только зашел в игру, ну в смысле, я тут бегал и заметил вот этого покемона нового, Синдаквилл, как-то так. Давайте его потом словим. Нифига себе, какой Чаризард! Вы видите, как... Ух, нифига себе, как тут действительно люди... Не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, чтобы только тот покемон не убежал. Где я такую яму нашел? Где тот покемон? Где? Где-то тут. Я слышу его голос. Вот он, фу, слава богу. Я уже думал, он убежал. И смотрите, как красиво сейчас сделали бой, как бы крутится вокруг покемона, а не где-то застрет в текстурках. Сразу пытаемся его словить. Дорогие друзья, действительно, это очень такой большой, как бы громадное обновление вообще мода Пиксельмон. Вы видите, как даже бой проходит, смотрите. Когда бьют нашего покемона, смотрите на Чаризарда. Нет, пока нет, но он как бы взлетел, и как бы бой, видите, как бы бой проходит, крутится вокруг или покемона, или нашего, как бы, персонажа. А не как-то действительно где-то за 1000 километров от боя, где-то в текстурках застреют покемоны или еще что-то, и его вообще нереально словить. Я боюсь даже вот этого покемона хоть даже раз ударить, чтобы его не убить. Я не знаю, как мне его словить, если честно. Какого покемона можно вызвать, чтобы его не убить с одного удара? Он 11 уровень. Я его боюсь убить. Любым скиллом даже. Давайте словим этого покемона, потом поговорю немножко, что вообще думаю об этом моде, так как... Я сразу же зашел и сразу напал на этого покемона, чтобы его словить, чтобы он не убежал. Я боюсь его чем-то даже ударить. Ну словите, ну пожалуйста, ну хоть сделай подарок, что новая версия Пиксельмона. Че ты так ловишься-то очень, не очень как-то. Скретч, винт, атак, я его боюсь чем-то ударить даже. Кофинг. Ну, я, короче, уже почти что все покеболы использовал. Ну, не все, где-то штук 10 уже точно. Не, ну вы видели, как Чаризард выглядел? Офигеть. Я его боюсь, чтобы не убил. Пожалуйста, не умри. Если умрешь, то... Капут, я еще тебя долго буду искать нового такого покемона. Мне так кажется. Хотя он... Я телепортнулся к своему дому, он сразу тут бегал. Я выбежал и... О! Отлично! Мы словили нового покемона. Сразу же нового, как бы, добавили в этой версии Пиксельмона. Новый покемон. Офигеть. Смотрите, сколько у нас покемонов. Так, Дюдонга тогда кладем сюда, так как он уже прокачанный, и берем этого. И сейчас, я думаю, можно поговорить о том, что я хочу сказать. Музыку выключим, чтобы не жужжало, как бы не играло по духам. Так, что я хочу сказать? Фу, так, новая версия Пиксельмона, да? Мы ее очень долго ждали, я, если честно, ее очень долго ждал, уже не знаю сколько, но очень долго. Что я думаю? Когда начинаешь играть, как бы, вот сейчас у меня уже есть куча покемонов и все такое, но когда ты начинаешь играть, то 4 начальных покемона, это какие там? Чаризард, да? Сквиртл, Бульбасаур и Иви. Сейчас же где-то 10 начальных покемонов. 10. То бишь Бульбасаур, Сквиртл, Чармандер, Иви,
вот этого, что мы словили, Синдаквилл, да, это начальный покемон, его очень сложно таки найти. Потом какой-то Тотодайл, и потом еще где-то 5 покемонов, то бишь. Если бы мы начинали вот сейчас играть заново, так, и смотрите на Милтанка, как он уже стал действительно таки проработанный. Итак, и если бы я сейчас начинал бы как бы играть заново, то мне бы как бы уже был подарок, что плюс один какой-то новый покемон, так как добавили новых покемонов, начальных даже, тех же. И как бы мне уже был просто-напросто начальный подарок, вот ты начинаешь играть, на тебе покемона на выбор. Ну, начальный покемон обычный. Но так как мы не начинаем играть заново, я как раз на этом вот сидел, думал, чё делать? Может действительно начать просто-напросто заново создать мир, заново просто сказать, что это как бы второй сезон, и мы начинаем сейчас играть, и как бы всё заново ловить покемонов, искать покемонов, даже тех, которые у нас есть. Вот что я подумал, ну зачем это всё? Просто-напросто будем продолжать сезон тот, который у нас есть, и... Просто вот что я хочу сделать, чтобы было какое-нибудь разнообразие, что... Как это можно сказать, я не знаю, типа, там, возвращение какого-то тренера покемонов, знаете, который... Ну, мы же ловили там покемонов, у нас куча было, потом мы... Я поставил сезон на паузу, пока не выйдет новая версия Пиксельмона. И сейчас как бы возвращение там... Ух, ой, это что такое? Вот Синдаквилл из Эволвит. Ахренеть. Охренеть. Охренеть. Я еще могу раз 10 просто сказать охренеть, но я думаю, это и так действительно охренеть, и охренеть, и охренеть. И охренеть, вы видите. У меня просто, короче, сейчас слов даже нету, что-то сказать. Вы видели, как эволюционируют покемоны? Вы это видели? Не как обычное, типа ты просто-напросто бросаешь покемона, как бы убиваешь любого другого покемона, и бум, все, покемон эволюционировал, даже тебе ничего не показало. А сейчас вы видели, как это все происходит? Ты кидаешь покемона. О, еще новый один покемон. Какая-то жирафа. Ты кидаешь покемона. С тем покемоном, на которого ты кидаешь, происходит бой. Если ты выиграешь и достигаешь того уровня, чтобы можно было эволюционировать покемона. Вы видели это, короче? Он просто-напросто берет. И показывает как бы детальную картинку, что покемон стоит перед тобой, и как бы наш тренер даже покемонов, ну так можно сказать, сверху появилась такая небольшая картинка, что типа, о, это чё такое, неужели наш покемон эволюционирует, типа так там даже и писало. И прошло какое-то, о, кстати, мы словили еще одного покемона, отлично, и прошло какое-то там мгновение, и просто-напросто покемон начинает светиться, как бы детально так показывает, что покемон начинает эволюционировать, происходит его эволюция, такой бу-бу-бу-бу-бу, типа свечение, пум, покемон эволюционировал в новую его как бы форму. Это охренеть, я даже ничего больше не могу сказать, только охренеть, как это круто. Как же действительно проработали новую версию Пиксельмона. Мало того, что если я могу сказать, что тут добавили где-то плюс, ну, куча новых покемонов. Ну, куча не куча, но достаточно новых покемонов. Во-вторых, сколько добавили новых эволюций покемонов? Сколько? Охренеть, как сколько. Как проработали покемонов? Это уже капу. Давайте вот в этой серии... Я просто-напросто покажу и сам увижу, тоже хочу видеть, как же проработали новых покемонов и что тут вообще изменилось. Смотрите на этого Чаризарда. Какой он был, какой он стал. Намного красивее, намного лучше. Это вообще... А как происходит эволюция покемонов? У меня аж просто слюньки сорта вытекли, когда я это увидел. Как происходит эволюция покемона? О мой бог. Боже, это красиво, так что проработали капут.
кстати, наш Мью, легендарный покемон. Тоже не забываем про этого. Так, ладно. Сейчас тогда идем в наш дом. Так. Кстати, сейчас поспим. Давай. Мы уже словили двух покемонов первой серии. Я не знаю, это можно сказать второй сезон Пиксельмона. Можно и так как-то сказать. Поливак. Офигеть. Ну, тебя я убью, конечно же. Но ты у меня уже есть, как бы, вот такой покемон. Так что извини. А это что? А это что такое? Ну, еще один поливак. Да, он такой у нас уже есть. Я вроде помню, я его ловил там в последних сериях первого сезона Пиксельмона. И вот, дорогие друзья, что я хочу сказать. Вот то, что я говорил, что, типа, я думал, можно начать новую, как бы, новую, второй сезон, как бы, Пиксельмона, но, как бы, не вот этот, например, может, так, будем так называть, тренер покемонов, например, вот этот, который сейчас у меня есть. Я буду называть, как, действительно, что-то там с покемонов. А просто-напросто создать новую, как бы, создать просто новый мир, создать все новое и просто начинать все заново, там, ловить новых тех же покемонов, что сейчас у нас есть, но просто все заново, так как действительно, вы видите, что тут дофига чего изменилось, много новых покемонов, много новых эволюций, много, очень много проработали покемонов, детально, как бы, сам вид покемонов. А какая эволюция, я еще это могу 300 раз повторять, какая тут эволюция покемонов. Смотрите на этого Пикачу. Смотрите и пускайте слюни. Потому что я уже начинаю пускать. Смотрите на этого Пикачу. Вы помните, какой он был и какой он стал детальный? Какой детально проработанный? У меня даже слов нету, как... Просто-напросто хочу сказать огромное спасибо создателям за то, что они действительно очень сильно потрудились над созданием новой... сборки, ну, как бы, новой версии Пиксельмона, она действительно, можно сказать, очень долго выходила, но не очень, просто работали над ней. Это просто нереально красиво, как они тут все проделали. Какая эволюция покемонов, я еще на это могу смотреть днями, какая тут эволюция покемонов. Очень классно. И вот что я хочу сказать, еще раз, третий раз повторюсь или какой там, просто мне эта тема немножко волнует, что я хочу сказать, типа, как я думал, что можно напросто просто начать новый мир, начать ловлю новых покемонов, ну это как бы, будем проходить одно и то же, что мы уже прошли, как бы, ловили покемонов тех, которые у нас есть, ну просто в новой версии, как бы, потому что новая версия Пиксельмона и будет уже как бы все по-новому. Ну вот что я предлагаю, чтобы немножко так разукрасить то, что у нас уже есть, я просто-напросто перенесусь куда-то на, не знаю, пару тысяч километров от нашего дома, построю там новый домик, и у нас будет два дома, как бы, вот этот главный, который с первого сезона, и построю второй дом, который будет с другого, из вот этого, с второго сезона. Уже будет немножко более... Ой, еще один такой покемон. Капут. И как бы уже будет немножко разнообразие то, что в первом сезоне Пиксельмона был вот этот дом, а в втором сезоне покемона мы как-то перенесемся уже в другую локацию, так как вот эта локация уже как-то немножко... Ну, просто мы ее уже очень... Это что там за покемон? Это Пиджей? А, это тоже покемон. Как бы мы это знаем, вот тут, да. Тут вода, тут джунгли, тут наш дом, тут лес, и просто ходим и... А так мы перенесемся хотя бы в другую локацию, может, в джунгли, может, в горы, может... пустыню, ну пустыню, думаю, нет, может в равнину какую-то, просто там начнем ловить покемонов, поставим себе хилку, поставим себе ту же трейд-машину, может даже с того же креативного режима, так как это у нас есть, и даже сейчас же добавили, даже в прошлой версии Пиксельмона добавили пуки-центры, то, что там как бы бесплатно стоит, вот эти все хилки, компьютеры, это все такое, так что я думаю, не ставит проблемы, и даже это нельзя будет назвать читерством, если мы это возьмем из креативного режима, так как это уже просто-напросто разбросано по миру в тех же пуки-центрах. Так что я думаю, это мы действительно сделаем, и вот этих всех покемонов, что у нас сейчас есть в инвентаре, ну как бы вот эти все у нас есть, просто-напросто запихнем в компьютер, да, и просто они у нас будут как бы с первого сезона. И вот что самое главное, вот этого покемона, что мы сейчас ловили, он нам, я думаю, заменит нашего Чаризарда, так как я объясню кратко, как я только смогу. Чаризард, начальный главный покемон, самый главный первый наш покемон из первого сезона,
А вот этого, кстати, покемона тоже можно выбрать начальным покемоном вот сейчас в новой версии Пиксельмона. Но, как бы я не начинаю сначала, но я уже этого покемона словил. Еще один новый покемон, Чикорита, Чикорита. Сейчас мы его словим. И вот это тоже, кстати, начальный покемон. Ну, я его пока что не буду словить, я просто на него кинул на него, чтобы он никуда не убежал, просто чтобы можно было его словить. Итак, дорогие друзья, что я хочу сказать. Чаризард — наш начальный покемон с первого сезона. Наш начальный, самый первый покемон, которого можно выбрать в самом начале. Вот этих всех покемонов, что мы словили в первом сезоне, включая того же легендарного покемона Мью и всех-всех-всех там еще где-то 40-50 покемонов, которых мы словили в первом сезоне, мы ставим в компьютер. Сейчас. У нас будет вот этот дом с первого сезона, вот эти все покемоны с первого сезона. Но как бы мы начинаем с второй сезон, я не буду начинать заново, а просто как бы сделаю, чтобы это было заново. Ну, то, что у нас было с первого сезона, останется. Я, как я уже говорил, я перенесусь на пару тысяч километров от нашего дома, построю новый дом и начну ловить новых покемонов. То бишь, все эти покемоны, что у нас есть, они останутся, но они останутся как бы... То, что они у нас были в первом сезоне. А вот сейчас, во втором сезоне, мы будем ловить тех покемонов, которых у нас еще нет. И тех покемонов, которые новые покемоны. И это, можно сказать, будет новый сезон. Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать, но это, не знаю, может очень трудно, может нет, но я просто действительно, это меня очень как-то эта тема волнует, то, чтобы не было, знаете, однообразия, что типа... Первый сезон, вот сейчас добавились как бы новые покемоны, и все, просто идем ловить новых покемонов. И все, мы словим всех новых покемонов, которые добавились, и просто-напросто... Все, мы словили новых покемонов. А так как бы начнем новый сезон, и как бы не скажу, что с нуля, а просто то, что у нас было в первом сезоне, мы это все как бы поставим, можно сказать... В рамку, да, в рамку, то, что у нас оно есть, то, что у нас оно дома стоит, наш дом вот с первого сезона, все наши покемоны с первого сезона, это все у нас будет. Но мы как бы всех покемонов как бы поставим в рамку, как бы, то, что они у нас есть. Ну, я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. И будем ловить просто всех новых покемонов, которых у нас еще нету, и тех всех новых покемонов, которые добавили в новой версии Пиксельмона. И то бишь, это можно будет сказать, что мы начали... Просто и заново ловить покемонов, но все покемоны почти что у нас те, как бы не заново, а половина покемонов у нас уже есть. Но мы начали ловить другую половину покемонов. Ну, я думаю, все понятно, но просто действительно, я думаю, вы поняли. Просто эта тема действительно меня очень волнует, так что я, можно сказать, начну все заново, но не начну все заново. Все у нас, все, что у нас есть, останется, но как бы мы это поставим в такой... А, да, вот так. Мы это все поставим в такой небольшой сундук, и оно там будет лежать. И просто-напросто начнем, как бы, ловить новых покемонов под новым ракурсом, типа, под новым видом, как бы, в новой форме. Построим новый дом и начнем ловить новых покемонов. И все. Я думаю, я объяснил, что я хотел. Фу, сейчас... Этот же Чаризард, это же Вибраво, этот же Кофинг, это же Кабутопс ложится в... Ух, какой псайдак красивый, смотрите. Круглый такой. Эти все покемоны... Кто там умирает в воде? О, рыба выпала. Эти все покемоны ложатся сейчас в сундук. Вот что я еще хочу сказать. Те покемоны, что у нас... Сейчас остаются с первого сезона, которые еще не прокачаны. Этот же Кофинг, этот же вот этот покемон, еще половина там покемонов в компьютере. Вот, например. Например, Арбок Эконс, он превратится в Арбука. Например, Иви, мы еще его можем превратить. Например, Диглет, например, Магмар нет, Райхур нет. Райхурн. Райдон. А это Райхурн. Да. Это тоже нет. Вот этот Сандил. Вот этот Зубат. Этих всех покемонов мы еще будем эволюционировать. Ну, а вот эти покемоны, что с первого сезона у нас уже прокачаны на нас, вот сейчас просто-напросто останутся. Да. И как бы они будут вот тут лежать в компьютере. Сейчас, как я и говорю, Чаризард. Этот и этот. Мы пока что...
их кладем в компьютер, потом мы его потом мы их будем дальше качать. Так, будьте пока что тут и забираем наших новых покемонов, которые были добавлены и которые мы словили в первой же серии. Это же начальный покемон, который можно выбрать, это Квилава. Ну, сначала он был там Кви-Кви. Я уже забыл, как он назывался, но мы его сразу же словили, я его сразу же нашел. И какая эволюция у него была, я про эту эволюцию готов говорить днями и ночами. Эволюция очень красивая. Еще раз повторюсь, не просто кидаешь покемона, и он убивает другого покемона. Если достиг того уровня, что ему нужно, он пропустил, превратился, и у нас в инвентаре уже показывает, что он превратился. Нет. Когда он превращается, появляется такое сверху окошко, что он типа тренер покемонов, как бы, вот мы говорим, о, этот покемон у нас эволюционирует, что это с ним происходит? И покемон показывает, что он начинает светиться, возле него начинает, о, еще один Иви, сейчас попытаемся его словить, и как бы возле покемона начинают светиться всякие там, ну, он начинает светиться, рядом с ним начинает всякие там происходить там вспышки, как бы, всякие там молнии, типа, и всякие там... Он начинает, ну, короче, всякие эффекты, что типа что-то с ним происходит, знаете? И типа, и потом как бы показывает, о, он типа вырастает, и как бы показывает, что он действительно эволюционирует. Это очень красиво, очень красиво. Если честно, пока что, можно сказать, счастлив из-за того, что вышла эта новая версия, так как действительно тут все очень проработано, все очень много нового, и я думаю, нам всем будет интересно продолжать ловить новых покемонов и вообще как бы продолжать играть с модом Pixelmon. Да. Так что сейчас мы постараемся словить Иви. Если не словим Иви, то я не знаю, чем его можно ударить, чтобы не убить. Смокскрин. Так что в следующем эпизоде я, как говорил, я, наверное, перемещусь далеко-далеко от нашего дома, построю новый дом и начну искать покемонов на той территории, где я буду строить свой второй дом для второго сезона. Да. Я боюсь его убить просто с одного удара. Ну давай, словится Иви, не словится. Кстати, у нас уже осталось 8 покеболов. Нужно будет в новом доме тоже поставить плантацию априконов и как бы уже самому выращивать вот эти все априконы. И... Убил. Ладно, убил так убил. Иви это Иви. Иви у нас есть, мы как никак не можем даже его эволюционировать. Так что Иви это не новый покемон, а старый покемон. Так что он у нас уже есть. Ну, в принципе, если потом найдем еще одного, то словим. Кстати, я установил мод на бэкпак, так как у нас действительно иногда бывает, что full инвентарь и некуда поставить вещи, так что бэкпак я создам в следующем эпизоде. А сейчас, дорогие друзья, я думаю, на этом можно закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх за то, что вышла новая версия Pixelmon'а, если вы рады, то, что я буду играть, можно сказать, снимать второй сезон с модом Pixelmon. Это действительно очень круто, очень круто. Мне это очень нравится, что действительно вышла эта новая версия. Я очень рад. И все, я говорю, дорогие друзья, мы продолжим в следующих эпизодах. Будем ловить новых покемонов, будем изучать новые территории, будем изучать новых покемонов. Будем любоваться старыми покемонами, которые их превратили как бы. А ну, может, еще и действительно вот этих всех покемонов. Они, может, как-то улучшились. Когда я выкинул Ивизавра. Да, даже Ивизавра, смотрите, как классно сделали. Круглый такой стал. Ну, Снорлакс так же, как и был, громадина большая. Но Ивизавр очень красивый тоже стал. Так что, дорогие друзья, ставьте лайк, еще раз скажу. И всем спасибо за просмотр. Я думаю, вы тоже очень рады, что я продолжаю снимать, как бы, начинаю снимать второй сезон с новой версией Pixelmon'а. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.